И начнем выпуск с самой обсуждаемой темы последних недель. В дискуссии об изменении пенсионного возраста в Беларуси поставлена точка. Он будет постепенно повышен на 3 года. Для женщин до 58, для мужчин до 63 лет. Соответствующий указ подписал президент. Процесс запустят с начала 2017-го, ежегодно повышая планку на 0,5 года. Подробный алгоритм в сюжете Анастасии Винчо. Новость о повышении пенсионного возраста для белорусов неожиданной не стала. О том, что в нашей стране нужно сделать этот шаг, говорят уже не первый год. Мера непопулярная, но аргументы понятны всем. И студенту, и врачу, и матерому экономисту. Слишком много пенсионеров приходится на одного работающего. Следовательно, нужно повышать пенсионный возраст, чтобы больше людей было задействовано. И главное, которые могут работать, трудоспособные, задействованы в экономике. Естественно, нужно. Потому что экономика должна развиваться в стране. Пенсионеров действительно больше, и их нужно содержать. Поэтому с этой целью, видимо, и приняли такие решения. Ну, мне тоже придется поработать побольше. Мне 45, но я думаю, моей энергии, здоровья хватит еще. Изменять пенсионную планку в Беларуси будут постепенно, поднимая на 6 месяцев каждый год. Таким образом, на искомые 58 лет у женщин и 63 у мужчин выйдут лишь к 2022-му. Такая рассрочка позволит максимально снивелировать последствия для каждого конкретного человека. Например, дама, которой в будущем апреле исполнится 55, уйдет на пенсию не весной, а осенью. В 2017 году выйдут на пенсию те, кто родился в первой половине 57-го года, мужчины, и в первой половине 62-го года женщин. Во второй половине 18-го года выйдут на пенсию те, кто родился во второй половине 57-го года мужчины и во второй половине 62-го года женщины. Нынешнюю пенсионную планку в республике держат уже не одно десятилетие. Сегодня она самая низкая в Европе и СНГ. Однако обратная сторона социальных гарантий – это всегда нагрузка на экономику. В нашем случае все возрастающее. Поэтому и решение о повышении пенсионного возраста было принято непросто. Лишь в тот момент, когда Беларусь подошла к этому рубежу вплотную. Правительство предложило 3 варианта. Президент предпочел самый аккуратный. Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на 3 года, но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну, полгода вы проработаете. Конечно. Вот будет вам 55, вам надо полгода поработать. Ну что, большая трагедия? Нет. Небольшая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти 3 года. Вот для меня, как отца, как вы, как родителей, важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали. Мы должны переварить эти проблемы сами. Итак, главная социальная интрига последнего времени разрешена. С нового года пенсионная система начинает перезагрузку. К новым условиям нужно готовиться всем – и обществу, и экономике, и государству. Повышение пенсионного возраста – это реальная необходимость. Просто откладывать данную меру дальше невозможно. Почему? Потому что пришлось бы делать другие меры, которые предпринимать, которые не то что не популярны были бы, а вообще не восприняты были обществом и никем. Это проблема во всем мире. Вот очень часто говорят, мы хотим быть похожими на Европу, мы не отличаемся от Европы. Так давайте тогда будем справедливыми до конца. Вся Европа поднимает пенсионный возраст. Наталье Викторовне 57. По-новому возраст трудовой, по-старому уже 2 года на заслуженном отдыхе. Правда, только по документам. Характер и здоровье сидеть сложа руки не позволяет. Успевают и на работу, и на дачу, и в магазин, и в тренажерный зал. Себя хорошо чувствуешь, здоровее, веселее, активнее, отдохнувшим, конечно же. Владимир Николаевич на скамейке запасных тоже не сидит. Пенсионное удостоверение получил в прошлом году и пока отложил в дальний ящик. На работу каждый день главный сварщик, как главный тренер. В его команде 20 работников. Его опыт как лучший учебник для молодых. У меня мыслей таких не было. Куда-то уходить. Я не планирую в ближайших 10 лет. Я хожу с радостью сюда на работу. Сегодня в Беларуси работает каждый 4-й пенсионер. Это в среднем. А в первые годы заслуженного отдыха и вовсе большинство. Но даже их взносы в общую пенсионную копилку уже не могут исправить колоссальный крен на рынке труда. Сегодня каждая сотня человек зарабатывает пособие для 61 пенсионера. Если ничего не менять, то в 2030-м их будет уже 78 на ту же сотню. Оптимальным же считается втрое меньше. Это тот критический момент,
момент, когда решение по пенсионному возрасту нельзя было больше откладывать. Упустив это сейчас, потом мы не смогли бы уже повышать пенсионный возраст плавно и постепенно. Пенсионеры стремятся работать, поэтому, наверное, кого-то это обрадует. В первую очередь я имею в виду пенсионеров, которые хотят продолжать работать. Сейчас действительно люди в 50 лет – это не старые люди, в 60 – не старые люди, поэтому я думаю, это вполне допустимо. Многие пенсионеры, да практически все продолжают работать. Все равно же они работают. 55 в настоящее время. Женщина еще чувствует себя довольно молодой. Анастасия Винчо, Юлия Матяш, Яна Шипко и Евгений Горин. Телекомпания СТВ.